Ну, в силу своего статуса, наверное, государственного банка, который сопровождает оборонный заказ, мы не могли не появиться в Сарапуле, где концентрация оборонных предприятий одна из самых больших, не только в Удмуртии, но и в целом в стране. 4 основных оборонных предприятия, мы со всеми с ними работаем, они у нас обслуживаются. Сейчас наша задача была приблизить место обслуживания, чтобы быть полезными для их сотрудников. В самой республике мы смотрим в сторону города Воткинск, увеличение там нашего физического присутствия, в той же логике, как мы шли в Сарапуле. Удмуртия развивается не только за счет оборонного промышленного комплекса, но и обычные виды бизнеса, гражданские виды бизнеса развиваются достаточно динамично. По нашему исследованию ежемесячному деловых настроений по всей стране, которые мы каждый месяц делаем с опорой России, восстановление бизнес-ожиданий предпринимателей Удмуртской республики, ну, вот по итогам 3-го квартала так получилось на 2-м месте в Российской Федерации. И это прежде всего связано с промышленным профилем. С учетом того количества предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые есть в Сарапуле, мне кажется, на единицу населения это, наверное, самый большой процент в России. Здесь Промсвязьбанк как раз был к месту. И вот только в этом офисе, помимо этих всех предприятий, будет обслуживаться 5000 их сотрудников. У нас и другая работа с банком построена. Это и аккредитование малого и среднего бизнеса и поддержка. Это и инвест-проекты, которые ведутся сегодня с банком. Ну, вот помимо того, что банк поддерживает нас как бизнес, он еще и наш досуг поддерживает именно спортивный. Да? То есть вот это федерация биатлона, это федерация лыжная и любительские виды спорта «Калашников спорт».